Канары, море, Атлантика точнее. Я на острове Фуэрте-Вентура. Вот он весь, красавчик. Самый длинный остров архипелага. Короче говоря, сейчас я нахожусь в городе Пуэрто-дель-Росарио. Вот он. Где-то здесь живу в приюте для нищих и белых негров. Место, которое меня собирается принять, это деревня Ла-Олива. Вот оно. Там выше, на берегу, некий город Королехо. Вот он. А место, где живут украинские дети, находится в 3 километрах от деревни вот этой вот Лахерас, которая называется. Где-то вот здесь, в центре пустыни, где бегают суслики и ветер воет. Вот тут будет моя обитель. Между одной частью острова и другой. Километров 10 в одну сторону, километров 10 в другую сторону. До деревни 3 километра до этой Лахерас. Это капец просто. Вот так вот. Вот где я окажусь скоро, если не смоюсь. Полный привет. Здесь, конечно, столица Пуэрто-де-Росарио, классно. Море,